В общественной палате состоялась встреча с жителями Краснознаменского по вопросу использования земельных участков в поселке. Речь шла о наделах, расположенных на поле в северной части населенного пункта. Владельцы земли не могут построить для своих семей дома, потому что их участки сейчас находятся в категории для сельскохозяйственного производства. Они просят перевести участки в другую категорию – для садоводств. На встречу жители пришли целыми семьями – папы, мамы, дети, более 30 человек. В разговоре принимали участие заместитель главы администрации Герман Верницкий и депутат Совета депутатов Владимир Субботин. Собственники рассказали, что многие из них взяли для покупки участков кредиты и обустройство на этой земле – жизненно важная задача, от решения которой зависит будущее их детей. Это не новые русские, как у нас раньше говорили, богатейшие, которые застраивают пойму рек и живут там на своих яхтах. Нет, это обычные наши жители, врачи, учителя, военные, поэтому хотят как-то вот жить, тем более в условиях нынешней пандемии. Все хотят хотя бы на маленьком клочке земли, но вот иметь маленькую свободу и дышать свежим воздухом. Рушан Махмутов отметил, что решение вопроса о переводе земли в другую категорию и о внесении изменений в генеральный план развития городского округа Щелково находится в компетенции местного совета депутатов. Он сообщил, что такое обращение от общественной палаты в представительный орган власти муниципалитета будет направлено. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.